Алло, Женя, привет! Да. Ну, давай сначала ты. Ну, все нормально. Да, я обязательно приеду в пятницу, я помню. Нет, еще не спросил. Но я обязательно спрошу, да. Ну, как у тебя в городе? Много новых друзей? Ну, ясно. Да, тут тоже ничего. Алло, Женя! Женя, ты меня слышишь? Придился. Я считаю, что человеку нужны друзья, потому что без друга некомфортно, без друга не очень даже жить, потому что без друга ты одинок. Без друга очень грустно, не с кем поиграть. Есть даже такая поговорка: не имей 100 рублей, но имей 100 друзей. Естественно, нужны человеку друзья, потому что человек не может быть одним, ему всегда нужно общение и какая-то поддержка. Как узнать, что человек тебе друг, а не приятель или товарищ? Ну, это очень легко, потому что настоящий друг, он всегда, даже если считает, что ты в чем-то не прав, он не будет над тобой смеяться, а все равно поддержит тебя. И, ну, если у тебя что-то не получается, он не будет про это всем рассказывать, смеяться над тобой. А если человек не очень-то дорожит дружбой с тобой, то он может многим про это рассказать и вообще не будет тебя поддерживать. Друга можно отличить от приятеля или товарища по тем признакам, что другу ты можешь доверить все, и он тебе может все доверить, а приятель или товарищ — это просто твой знакомый, как дальний там одноклассник или одногруппник. Это сложный вопрос, но я считаю, что настоящий друг тебя поддержит в трудную минуту. Он всегда тебе расскажет свой секрет, а ты ему секрет. Вы поможете друг другу. А не приятель и товарищ – это именно такие твои знакомые, которыми ты не можешь так делиться именно всем, что у тебя есть. Они могут тебя предать, уйти в другой город и даже тебе ничего не сказать. Надо. Вот-вот родители придут, а из-за тебя наш сюрприз — генеральная уборка в честь завтрашнего дня рождения мамы — не получится. Миша, осторожнее! Эту картину Ольшатские на 15-летие свадьбы нашим родителям подарили. Гадость какая-то! Как можно было вообще это подарить? Мне тоже не нравится! Нет, Ольшатские завтра в гости придут. Картину не увидят, обидятся. А они – друзья семьи. Друзей обижать нельзя, так мама с папой говорят. Да, сами говорят. А вот меня сегодня на день рождения к Жене не отпускают. Нету времени у них. А одному в город нельзя, заблужусь я там. Ведь мы с Женей-то толком месяц уже не общались. Она же ведь меня забудет. Поехали со мной. Нет, родители все равно не разрешат. К тому же Варю с Настей одних дома не оставишь, они маленькие. Я не маленькая, а вполне себе взрослый самодостаточный человек, 8,5 лет. Меня можно одну дома оставить. Меня тоже можно одну дома оставить. Ну все, вопрос закрыт. Никто никуда не едет. И давайте уже закончим с уборкой. Нет, не закончим! Thank you.
разобрался. Да. Тебя же родители отругают. Я рано уйду, они ничего не заметят. У меня был единственный друг. И тот в городе. С кем мне теперь дружить? Ты можешь дружить со мной. С Дашей. С Дашей? Ты еще маленькая. Я не маленькая. А вот Даша правда нудная. Миша, ну не уезжай. Ладно. В городе страшно, родители расстроятся. Возможно ли дружить на расстоянии? Сложный вопрос. Но я так считаю, что если вы с ним очень хорошо знакомы, и он вас предупредил, вас, ваш лучший друг, или у вас есть номера друг друга, или вы можете общаться как-то письмами, то вы никогда, да, не будете скучать друг о друге. И как бы будете дружить все равно, даже если вы находитесь в других городах. Ну, я думаю, что да. Я сама дружу на расстоянии со своей лучшей подругой. Мы общаемся и очень хорошо. И, конечно, это трудно, потому что хочется увидеться и так далее, но все-таки это тоже дружба. Конечно, сейчас очень у многих есть интернет-друзья. С ними также весело, ты с ними можешь поделиться своими переживаниями, успехами. А ты можешь их поддержать, они с тобой постоянно поддерживают контакт. Я думаю, что нет, потому что на расстоянии дружить – это значит переписываться просто и не видеть друг друга вживую, не общаться, а общаться только в сети. То мне кажется, это не настоящая дружба. Женя, мы с братом знаем тебя совсем недолго, но нам очень приятно поздравить тебя с 12-летием. Мы желаем тебе крепкого здоровья, благополучия, ну и всего-всего, что ты пожелаешь. Спасибо вам большое, я вам очень признательна. Да, привет, Миш, ты едешь? Ура! Адрес? Улица Крылова, 9, корпус 3, квартира 178. Алло, Миша, алло! Недоступен. К тебе еще кто-то приедет? Странно, наша мама сказала, что у тебя нет друзей, и кроме нас никого не будет. Ой, что я такого сказал? Да, действительно, я только недавно переехала в город. И толком ни с кем не познакомилась, кроме вас. А это звонил мой друг Миша из загородного поселка. Мы с ним знакомы с 5 лет. Он мой лучший друг. Как интересно. А его родители везут? Не знаю. К сожалению, связь оборвалась. Надеюсь, он успел полностью адрес услышать. А то здесь 6 корпусов. Вам показать его фотографии? Да, что? Я сейчас пойду и принесу фотографии своего лучшего друга. Настоящий друг – это человек, который тебя никогда не предаст, не подставит. Тот, с которым ты знаком очень давно, и, ну, он твой самый близкий человек. Ты можешь ему доверить даже то, что у тебя самое плохое. И он тебе поможет как-то это загладить или тебе поможет это пережить. Кому ты не боишься что-либо рассказать, и ты будешь знать, что он никому это не расскажет, если ты попросишь. Он тебе всегда подскажет что-то, что делать, поделится с тобой чем-то. Извините, а где дом Крылова 9? Это вот этот дом, вход там со двора. Ага, спасибо. Пожалуйста.
Алло, да, а Женю можно? На метро. Да, да, точно, в метро. Покажи еще что-нибудь. Очень интересно. Угу. И номер недоступен. Ты не мой хулиганы в городе напали. Да, точно, хулиганы в городе напали. Я бы сейчас сама на него напала. Да уж, классный сюрприз получился. Алло, мам. Нет, с Варей, с Настей, с ней все в порядке. У нас тут Миша пропал. Слышь, пацан, ты чё в нашем подъезде шумиху наводишь, а? Он мою сестру своими звонками разбудил. Я считаю, что мы все должны его непременно наказать. Да. Извините, я просто искал свою подругу Женю, она должна жить где-то из этих корпусов, а телефон разрядился, и я не успел спросить. Чё? А мы-то тут при чем? А? Абсолютно верное утверждение. Мама? Папа? Девчонки? Снимай! А это еще кто? А? Знаю, пошли. Я тебе сейчас задам. Мы с тобой все в порядке. Мы так волновались все. Все. Коля, нам с тобой предстоит серьезный разговор. Давай не сейчас, а? Мальчик нашелся. Хорошо, не сейчас. Дома, дома. А сейчас... мы идем поздравлять Женю! Балбес! Где ты ходил вообще? Сюрприз! Сюрприз! Это щиты баразны! Девчонки! Я так рада, что ты приехал. Мы так рады с вами познакомиться. Женя нам столько интересного про тебя, Миша, рассказывала. Прям тоже захотелось такого же верного друга, как ты. Друг может быть и верный, а брат так себе. Сюрприз испортил. Волноваться всех заставил. Как же я тебя понимаю. У меня тоже возникают сложности с младшим братом. Да не то слово. Он убежал? Из дома. Она у тебя тоже нудная? Еще какая. Ты представляешь, она постоянно нами командует. Ну что ж, раз все нашли общий язык, то я вспомнил. Подарок. Миша, лучший подарок это то, что ты приехал. Все равно. Этот браслет я сделал тебе сам, чтобы ты никогда не забывала нашу дружбу. Никогда не забуду. Тем более, что наши родители приглашают тебя, Женя, к нам в гости. Они уже договорились об этом с твоими родителями. И вас, ребята. Ура! Да, ведь чем больше друзей, тем лучше.